Популярную песню «Если б я был султан» без приема барре можно сыграть в тональности ля минор. Начинается она с проигрыша. Как его сыграть? Играем сначала открытую первую струну, потом вторая струна на четвертом ладу, потом вторая струна на первом ладу, потом снова на четвертом и открытая первая струна. И у вас первая фраза проигрыша должна получиться следующей. Вторая часть фразы звучит так. Чтобы ее сыграть, играем сначала открытую первую струну, потом вторая струна на четвертом ладу, вторая струна на первом ладу, вторая струна открытая, и берем аккорд ля минор и играем сразу третью и пятую струну на втором ладу. Пятая струна должна быть открытой. И вторая часть фразы у вас должна получиться следующей. Петь начнем с ноты ля. Вот эта нота. Если б я был султан. И сначала сыграем проигрыш. Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Третья строчка. Но с другой стороны, при таких делах. И четвертая строчка. Столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Теперь играем припев. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. И проигрыш. Тан-таран, тан-дан, та-дан-дан. Текст песни и аккорды вы можете также посмотреть в комментариях к этому видео. Напомню, что мы сыграли эту песню в тональности ля минор. Оригинальная тональность ре минор. Поставьте каподастр на пятый лад, и вы сможете сыграть эту песню «Если б я был султан» в оригинальной тональности, но теми аккордами, которые мы с вами уже разучили. Итак, вот тональность ре минор, но те же самые аккорды. Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен, и так далее. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны.